Я являюсь директором сельхозпредприятия «Общество с ограниченной ответственностью ЯР», расположенного в Талицком районе Свердловской области. Возглавляю его чуть более 12 лет. Мы занимаемся растеневодством, животноводством. Основным направлением деятельности нашего общества является разведение крупного рогатого скота и производство молока сырого. Общее поголовье в среднем 1530, в том числе основное стадо 800 голов. На дойно-фуражную голову 8000 килограмм. В среднем в год мы реализуем 65 тысяч центнеров сырого молока. Общие земельные площади составляют 4956 гектар. В том числе 2538 гектар мы засеваем зерновыми культурами, в основном это пшеница, ячмень, и 1989 гектар кормовыми культурами. А для того, чтобы обеспечить наше поголовье в полном объеме кормовой базы, нам необходимо заготовить 14 тысяч тонн сенажа и 4,5 тысячи силоса кукурузного. При принятии решения, какой приобрести кормоуборочный комбайн, основными критериями для нас являлись: первое – это сокращение затрат на себестоимость кормов, основная статья – это дизельное топливо. И второе – решение острейшей кадровой проблемы. Мы понимали, что нам нужна высокопроизводительная машина. Если в предыдущие годы мы на заготовке кормов использовали 2 единицы техники, то сегодня на тех же объемах, в те же сроки, мы используем один комбайн – это РСМ-2650. В первом случае мы затрачивали 13 811 литров дизельного топлива, во втором – 7888, что практически в два раза меньше. Итого экономика составляет, с учетом заработной платы, так как раньше работало два комбайнера, сегодня один, порядка 360 тысяч рублей. Широкие колеса комбайна, что нам это дает? Минимальное давление на почву, то есть почва не переуплотняется, таким образом меньше травмируется корневая система растений. Комфорт в кабине. В первую очередь это сиденье на пневмоподушке со множеством регулировок под механизатор. Система кондиционирования, удобный джойстик управления, хорошее освещение, что позволяет комфортно работать в ночное время суток. Установлен камнеметаллодетектор с очень хорошей чувствительностью, что позволяет избегать поломки измельчителей барабана и, соответственно, исключает простой комбайн. А за счет того, что питающий аппарат имеет гидравлический привод, с возможностью регулировки длины резки бесступенчато, мы смогли добиться идеальной длины резки кормов, что влияет на их качество, а впоследствии положительно на продуктивность коров. В комбайне установлен воздушный компрессор с выходом на обе стороны розеток, что позволяет механизатору своевременно и без привлечения посторонних служб обслуживать комбайн. Также установлена централизованная система смазки. Вращающие организмы обслуживаются в процессе работы без привлечения человеческого фактора. Благодаря мощному двигателю мы смогли достичь более высоких показателей производительности. Обслуживание производится своевременно, качественно. С нашей стороны замечаний, нареканий нет. Ростсельмаш. Агротехника профессионалов.